Вообще очень сложно в этом мире найти с человеком, с которым вы находитесь на одной волне, находитесь в одном информационном контексте. И я вот не уверен, что мы можем рассчитывать, что мы в каждых своих отношениях получим весь комплекс ожидаемых ощущений. Вот. Поэтому если нету ощущения того, что у вас что-то есть общее, что ценно, как твое переживание от отношений. И это достаточно быстро становится понятно. Но если возникает вопрос, уходить или нет, там, значит, есть что-то ценное. Почему вы этим не наслаждаетесь в полную меру? Я думаю, что это взвешивание имеет смысл, если что-то ценное с точки зрения ощущений взаимодействия с человеком есть. Если у вас есть нужный функционал, но нет ощущения нужного, ожидаемого, желаемого от отношений, ну, да, надо уходить. Я был бы предельно бережен, если что-то есть. Не функционал, подчеркиваю, а именно в ваших отношениях, в том, как вы друг друга чувствуете, как вы друг с другом коммуницируете, как вы друг друга поддерживаете.